Всем привет! С вами Юлия Лебедева. Сегодня я покажу вам, как вставлять приватные слои, чтобы их не было видно на таймлапсе. Создаем новый холст размером экрана, это к примеру. Проверяем, что у нас запись таймлапса в видео включена. Нажимаем «Добавить», «Вставить фото» и сводим влево «Вставить приватное фото». И вот мы загружаем с вами любую картинку, например, вот эту диванную. Далее я создаю новый слой. И пишу, рисую, делаю все, что хочу. Итак. Далее видео. Воспроизвести таймлапс видео. Видите? Никакого нижнего слоя нет. Мы создали приватный слой, который не видно ни на одном таймлапс-видео. Вот если вам понравился урок и вы узнали что-то новое, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока!